номер 7 за 14 год от издателя. Вот как раз мы видим Анджелину Джоли до операции на левом после. Ну, тут, конечно, она и помоложе, а тут она уже после операции, тут, естественно, это. Значит, что тут меня несколько зацепило? Значит, 39-летняя Анджелина Джоли. В феврале 2013 года она хирургическим путем удалила обе груди. Оказывается, ранее от рака яичников скончалась ее мать, 56 лет. Врачи обследовали Джоли и сказали, что у нее высокий риск заболеть этим заболеванием, и предложили заранее удалить обе груди. Ну вот, предложили и все, да? В мае на 62-м году от рака молочной железы умерла родная тетя. Вот, ну, значит, удалили. Удалили. И Джоли рекомендует всем женщинам пройти особый генетический тест, который стоит $3000, на предрасположенность к раку груди. И если он положительный, то заранее удалять грудь. Это уже сильно ослабление организма. То есть это вы заранее себя делаете инвалидами, как бы сказать, да? Значит, она тут высказывается на эту тему. Якобы и врачи же говорят, нет груди, значит и рак у груди негде возникать. Но в организме там все связано. Радость Джоли была недолго, не успела она полностью отправиться от операции, а западные медики теперь рекомендуют удалить ей и яичники. Но это полностью гарантирует от онкологии. И что это за женщина без груди и яичников? То есть уже совсем по-другому работает организм. Это вмешались в гормональную систему. Это все развал. Представляете, что деется? И люди, вы знаете, я там смотрю, вроде взрослый человек, какая-то детская наивность, да, это не лишнее, не надо удалим, это не надо удалим. Ужас! Ужас. Так, ну прочитайте эту статью и удивитесь глупости, которая сейчас витает в медицинских кругах и вдалбливается в умы населения как серьезная вещь. Глупость пройдет, допустим, 10, 20, там, 50 лет и об этом времени, которое вот этот час вот было, будет говорить, ё-моё, да что ж они там творили? А творили все в угоду того, чтобы денежки себе заработать. Да наплевать на вашу грудь, на ваши яичники и на вас. Пока вы можете нести деньги, мы с вас их будем брать, аргументируя это тем, что это надо обязательно сделать. Иначе. Значит, 15 привычек, сохраняющих жизненную энергию. Ну что? Я их как раз тут разбираю. Бывает так, что я где-то найду хорошую статью. Ну, там изложено, вот, соответственно, вот так, этак. Я по ней пройдусь и, соответственно, со своими знаниями там все это расставлю так, как надо. То есть мне главное дать тему. Дали тему, я ее раз и обработал. Например, привычка 6. Не пропускайте завтрак. Да, я вот, например, сегодня ехал, а жену отвозил с дочкой, там они думают куда-то поехать отдохнуть. Вот, я говорю, я остановлюсь и покушаю, потому что я привык завтракать. Надо все делать вовремя. Позавтракал и пошел. Поехали дальше. Научитесь отказывать. Если человек не научился отказывать, то что получается? То на него вешается какая-то обязаловка, и ему трудно, ему неловко. И вот он вот внутри все это, вот, знаете, негодует, а вот все-таки надо делать. И это уже внутренний разодрай,
от которого у вас, естественно, не будет вашего здоровья психического, эмоционального. Вот поэтому научитесь сказать: все, не хочу это, не буду. И просто-напросто обосновать. Не хочу потому-то, тому-то. А можно и без всякого. Так, беспорядок на рабочем столе тут. Не работайте во время отпуска. Видите, какая хорошая такая рекомендация. Отпуск, значит, отдыхайте. Не спите долго на выходных. Не экономьте на сне. Кстати, кофеин не стимулирует вашей активности. Вообще ни одно лекарство, будем говорить, оно не стимулирует вашей активности. Оно просто-напросто способствует то, чем вы обладаете, жизненным потенциалом. Этот жизненный потенциал просто-напросто побыстрее вытащить из вас. А потом вы становитесь такие обесточенные, и вам ничего не поможет. Биоэнергетика человека, тайна за семи печатями. Ну, это из моей книги «Целительные силы». Его состав, форма, энергетическое тело, функции. Ну, это одна из первых моих попыток. В частности, здесь объясняю устройство акупунктурного канала. Его уже давным-давно объяснили некоторые люди. Ну, все это потом хотели на основе этого там что-то лечить, но потом все это не получилось. А скорее всего не получилось, потому что это и не надо. Зачем оно надо, когда есть таблетки, которые постоянно меняются, а тем более идет гонка с этими антибиотиками. Сегодня один, завтра другой, и все это сменяется. Очень, конечно, интересная статья. Если вы не читали «Целительные силы», это будет для вас такая хорошая просветительская работа. Средства метода увеличивают биосинтез и биоэнергетику. Как это происходит? Не просто так. Важно, знаете, не просто вот вам сказали: дышите, или там напрягайтесь, и у вас энергетика там будет больше, или еще там что-то такое делать. А важно понимать, а что же с вами происходит в результате того, того и этого. И вы тогда начнете сознательно это делать, а не просто так. И когда вы это дело начнете сознательно делать, у вас будут совершенно другие результаты. Так, бег и возрождение сердца, бег и очищение желчного пузыря. Интересно. Бег и развитие духовных способностей. Вот как раз Шри Чинмой рассказывает об этом. Люди бегают по 117 километров за 12 часов, представляете? За счет того, что вот они, ну, будем говорить, умеют энергетику наращивать во время бега, значит, ее не израсходовать, наоборот, пополнять. И в итоге получаются такие вот вещи. Тут я рассказываю о Фрэнк Ричардс, у которого была сильнейшая травма, и он восстановился. То есть о том, действительно нарастить, не столько нарастить мясо, а просто восстановить свой организм с помощью физических упражнений, которые делаются с отягощением. Билл Перл, тоже такой мальчик был, видите, каких стал.